Здесь даже солнца не видно, говорят, здесь нехуй ловить, но мы в собственном ритме мутим то, что помогает жить нам, пропитанный бытом и пылью. Здесь без масок с красок сказку сделать былью. Время шепчет толкию, но мы мутим то, что помогает жить нам. У нас обновление, у нас теперь фоточка в рамочке. Там можно как-то сделать, по-моему, так, чтобы... Там, по-моему, Unlimited Money можно сделать, только я забыл, как это в консольной команде делать. Отлично. Одну команду мы нашли. Когда-нибудь наймем СММщика на наш канал. Который будет вот так вот посты в сторис делать. Соцсети распространять контент. Ну чё, начинаем нашу первую катку. Как говорится, главное не обосраться и не умереть. One fire. Jungle one. Блин, знаете, я сижу в шерстяных носках, и я что-то спарился совсем. Класс. Так. У меня есть гениальнейшие пацаны. Хорош. Сейчас я жду, пока эти будут. НАНИ! Нельзя стоять на месте. Блин, нельзя ничего сделать, блин. Снял носки, блин, все, ковзда, блин. Все, Тенчик, сконцентрируйся на игре. Хватит распространять посты ВКонтакте, все. Опа! Смоков был убит, товарищ. Эй! А, сиди. Сиди. Эй! Бляха, муха! Good job. Ча-ча-ча. Блять. Ах! Ёб твою мать, я просто сказал на и good job, всё. Почему обязательно надо передразнивать? Блин, как я могу с такими выигрывать? Так, ну эта игра на самом деле не настолько безнадежная, как кажется. Да, очень много тупых действий. Вот вообще спорить не буду. Просто охуенно. Лучше ничего не видел, нет. Блин, и встали. Чё встали? Собственно, не попал. Сорян. Блин. Куда я иду? Jungle One. Знаете, когда садитесь играть за КС, думайте, ща всех порву. А вот нихера не получается. Печальная история. На нафиг! Thanks. А, он с Солидовым ходил. Найс. Это что за агрессия? Мы как раунд выиграли, а тут похвалил, а тут такой shut your mouth. Чувак, я на втором месте как бы в команде. Какой shut your mouth? Ладно, не обращай внимания. Интересные люди попадаются, конечно, местами. Hasabin Kapaniga Alglama Vatulu Sonra. Shut your mouth. Чувак просто на родном прочитал фразу на турецком и сказал ему shut your mouth. Слушай, это ну универсальная вещь, можно, наверное, на любую. Там, кот, заткнись! Там, мышь, заткнись! Клавиатура, заткнись! Все заткнитесь! Ну видите, какой прицел? Если бы я сейчас умудрится выбить ему, это будет прям посвец какой-то. Я вам скажу. Но ни хрена так не будет. Блин, два патрона. Oh,
no. Amber, shut your mom, because I will kiss you. This is game. Why are you mad? На ровном месте срутся. Этот, блин, не попадает с Савидофа, блин, точнее, с XM0, короче, с дробовика, который, блин, скорострельный. Классика! Господи, что в этой игре происходит? Блять, опять, сука. He's heading to the spawn. What the fuck are you doing? И я очень рассчитываю, что у нас все-таки здесь пойдет все хорошо. Коннектор вон. Господи, включи мозги, чё ж ты так бездумно-то выходишь? О, привет! Самая неожиданная встреча. Чикан. Как бы я действовал по инфе? Я ведь... Мне сказали Windows, я следил за Windows. Сказали Kitchen, я стал оттягивать, чтобы играть на время. В итоге я выяснил, что это не была не самая лучшая затея. Блин, он в подвале играет, что ли? Походу, не всем в Турции провели интернет нормальный. В общем, ребята, вот теперь, мне кажется, я имею право сказать, я по факту поменял шило на мыло. Это печально. То есть те пацаны, которые, по идее, у нас выиграли, не лучше играют, чем те пацаны, которые против нас не выигрывали. Сука. Блять, да сука, как вы, блять, мудряетесь? Сети ван. Good job. Мы взяли раунд 10-3! Вау! Блять, да что ж ты будешь делать? Fucking piece of motherfucking shit. Да как вы так, сука, быстро-то сливаетесь, что я ни хрена не успеваю? Apartments. Short apartments. Блять, что он делает? Господи, ну... Че ты с гранатой-то за... Еще один. Я в ахуе! Что это? Один навоз гранатой грохнули, второго гранаты грохнули. Что это за люди? Это не люди, это мутанты. One car, one apartment. Харе говорить ересь в TeamSpeak, блять. Пацаны! Я предупреждаю! Последний раз! Вы, блин, выиграть хотите или хуйней страдать?
Я вот, у меня есть ощущение, что вы хотите хуйней страдать. Пожалуйста, пацаны, на будущее, всех тех, кто сейчас смотрит эти катки, я думаю, многие и так понимают. Если вы идете в командный вид спорта, пожалуйста, блин, выкладывайтесь на 100%. От того, что вы будете друг друга оскорблять, ничего не изменится. Вы будете проигрывать и проигрывать, проигрывать и еще раз проигрывать. Либо вы изначально понимаете, что командные виды спорта не ваши, идете в какой-нибудь, блядь, PUBG или Fortnite, либо идете в Counter-Strike, но, пожалуйста, отдавайтесь по полной. Задолбало, блин. Съем тогда шоколадку, у меня печалька. Да ёптать, бомба-то в андере! Я лол, сейф, сейф. Да я тоже думаю сейф. Не, ну в принципе можно было бы выбить. Не, лучше сейфлю. Ну нафиг. Я, конечно, понимаю, что по факту это, конечно, может, я запорчу игру, но... Чувак им, в принципе, мог дать инфу. Fifteen seconds ago you say safe, I just safe. Какая-то сегодня ересь, конечно, не игра в Counter-Strike. Так, там на шорте были пацаны. Есть смысл на шорт идти. А, тем более, есть смысл на шорт идти. Господи, ваншорт. Так, пистолета нету, чтобы застрелиться. Виселица ничего никто не повесит. Господи, бляха, муха. Мои руки. Их отрезать бы за такой, блин, зажим. Вообще, блин. Что это за фигня? Что если, блядь, у команды не пошло, так и все не летит. Топовый фрагер, 20 убийств. Толку. Ноль.